мне не место в клетке. Я королевский корги. Сам принц Филипп подарил меня ее величеству. Хотя в детстве я бывал порой несносным. Я всегда оставался фаворитом королевы. Рексик, ты мой пушистик. Что за манеры? Я так популярен, что ее величество разместило мои фотографии на кружках, смартфонах, брелках, ручках, кепках, зонтах. И не только. Весьма впечатляет. Если ты и вправду тот самый Корги, то почему оказался здесь? Мне пришлось бежать. Может, и к лучшему. Здесь не дворец, но есть свои плюсы. Ваше высочество. Ему конец. Такого вы еще не видели. Королевский корги. Смотрите в кинотеатрах 7 марта.